вас, дорогие друзья! Сегодня прекрасная погода, вроде бы с утра собирался идти дождь, но сейчас погода разъяснилась и солнышко. Сегодня второе видео, и я подумала, какое бы видео сначала снять. Решила, что, конечно же, лучше начать с питания, поэтому я покажу, как приготовить очень вкусный завтрак, питательный, полностью заряжающий вас на весь день и придающий вам силы. Мы сейчас закупимся ингредиентами, которые будут входить в наш завтрак. Ну, поехали! Мы проходим отдел зелени. Вы выбираете любую зелень, которая доступна вам. Я вообще предпочитаю кейл. Давайте пойдем и поищем кейл. Вот наш любимый кейл. А если вы посмотрите, кейл вообще выглядит вот так. Вы можете выбрать любую зелень. Вот такой пакетик зелени будет на целую неделю, даже может на полторы. Я еще очень люблю листья кунжута. Я всегда их кладу. Вы посмотрите, я нашла проростки пшеницы. Это же просто здорово. Следующим ингредиентом у нас манго или блуберри. Мы их не будем, конечно, сразу класть, но я их беру вместе. И мы их вообще используем аж 2-2,5 недели. Я беру замороженную ягоду и манго тоже. Если вам нравится клубника, вы можете взять ее. Если вам нравится еще какая-нибудь ягода, то без разницы. Но в этот раз мы будем делать, значит, завтрак из блуберри. Вам еще понадобятся бананы. Я посоветую вам использовать спелые бананы, которые покрыты вот такими вот пятнышками.